Сегодня я купил в Азде West African Jollof Rice. Фирма Twist. Это такой пакетик весом 105 грамм. Стоит 50 пенни. Сзади сделан в Англии. Сзади написано, как его готовить. В микроволновке 5 минут. Вот. Но я сегодня просто открою его и залью водой. Потом микроволновку поставлю. Вот такой вот рис. Так, вот я его разрезал. Вот вода закипела. Зальем, посмотрим. Так, ну попробуем вкус. Но рис уже, рис такой, как хлопья кукурузные. Будем брать.